глаза. Ты не даешь найти слезам. Мечемся от стенки в голову, прячемся от глаз сухого. Наблюдаем чистою, убегая, улетаем. Задержалась эта пауза, нас мучает, кусается. Нет никого.
Затяну от жизни дороги и терга. Время здесь расставило все по местам. Отвергая многих, родился с надеждой просыпаться не одному и потому, дорога, со спиной. И путь короче, больше дороги прямой. Людей попроще ищет подругу домой. С любовью верно сердцем похожим на зной. У вас, наверно, нет никого. Последним дыханием, провожая взглядом простые глаза, и не смог понять, на каком испытании выбирать нельзя чудеса, и у нее города за спиной, и путь короче, больше дороги прямой, людей попроще ищет. Друга домой, с любовью верно, сердцем похожим на зной. У вас, наверно, нет никого. Нет никого. Все-таки есть, все-таки все, что есть, все входит, давай. Да это я про песню дороги. Ты бы лучше вопрос придумывал какой-нибудь. Нормальный такой, да? А где? Поздно мне верить в чудеса. Моя родина, фотография, та, что у меня где-то прячется. Все стоим мы все и дурачимся. Где бы ни был я, все вокруг меня то ли вертится, то ли мечется. Не хотел бы я все начать с нуля. То, что есть во мне, то не лечится. Вокруг твою истину, где-то сделав круг,
тормозит стена. Ты не бойся вдруг оказаться на безысходном дне. Может, там она, не тушуйся, брат, не мешай себе. Будешь только рад, если даст тебе твоя истина подарка. Ей вернуть нельзя родину назад. Про песню «Девятая рота», что она у вас на севере особенно актуальна. Ну, здесь как? Мы делаем, как делаем? Мы пытаемся творчески исполнить наши мысли по поводу вот армейской всей этой вот темы, по поводу героических всяких вещей. И у нас, кроме «Девятой роты», есть еще песня «Звезда», есть еще песня «Падающая звезда», есть «Солдатская печаль», есть еще и другие вещи, которые мы исполняем на наших концертах И в основном мысль идет одна и та же. Что очень жалко, что когда простой солдат оказывается единственным человеком, за которым остается честь и совесть нации. Вот это вот самое удивительное в нашей стране. И в таких странах типа наших. Но суть у нас одна и та же. И поэтому мы сегодня исполним «Солдатскую печаль» и «Падающую звезду». «Девятая рота» все-таки она у нас очень монотонна. Она очень такая, что называется, она очень тяжелая. Я не думаю, что на концертах вот этого типа нужно исполнять такие тяжелые вещи. Все-таки нужно как-то... Не надо спеть, а то я уже сейчас... Можно вопросы, да? Да, конечно. А где Дмитрий Аганин? Ну, вы понимаете, что акустический концерт – это уменьшение состава. Он же отлично бы хватал. Я сейчас еще раз объясню дальше. Это, кстати, Игорь Воронов, это наш новый гитарист. Мы подготавливаем акустику не только русскоязычную, а англоязычную. И нам удобнее в три гитары сделать то, что мы хотим, нежели чем Дмитрия петь на английском. То есть, а он владеет более-менее, и мы... Это рабочий момент, это рабочая ситуация, которая объясняется тем, что нам так удобнее. Вот только этим. То есть, вот, сейчас вы видите, что он играет на акустике, я думаю, что ему это понравится. Приедете ли вы на нашествие 2011? Конечно. Мы вас уже два года ждем. Да. Я думаю, что в этот раз мы приедем на нашествие. Ну, на самом деле, да, мы затянули с нашими вот этими вещами, когда мы не играем назвать топовым фестиваль этот я бы не назвал. Я сказал, что главным событием рок-н-ролльной жизни. Мы, конечно, поступаем здесь не очень красиво с точки зрения,
что мы-то артисты, а вы публика, и, естественно, вам мы нужны. А мы вот вам, вас как бы вот обламываем. Но это технические вопросы, связанные с жизнедеятельностью группы, это не больше. То есть мы не хотим игнорировать никого, ни наше радио, ни нашествие, ни тем более вас. Вот давайте еще один вопрос, и мы споем, да? Не против. Вы ходили в армию? Если да, то расскажите интересный случай, произошедший во время службы. Я, кстати, служил, я не знаю, как это, далеко от вас, называется Сартовало. Вы знаете, да, где находится? В Карелии. Да, это в Карелии, да. И служил так жестко, что практически у меня были, ну, не то что язвы на ногах, а такого, ну, извините, что так, ну, вы спрашиваете. И, да, и это было для меня таким испытанием, может быть. Но к врачам я так и не пошел. Потому что там не очень-то принято ходить к врачам, потому что, знаете, да? Вот, еще было, вообще-то было масса случаев, когда можно было бы на этом заострить внимание и рассказать, но все они с точки зрения, если здесь есть военнослужащие, меня не оценят с точки зрения положительной службы. В армии тоже нужно расслабляться и отдыхать. И ситуации самые интересные именно тогда, когда люди отдыхают и расслабляются в армии. Находят момент. А? Так, когда находят момент отдохнуть. Всегда. Если тебе нужно, найдешь. Если не очень нужно, ты дождешься, когда тебе будет нужно. Но это же техническая сторона тела твоего. Наш город на Неве, но я бы сказал, что это песня про все наши города, потому что они очень темные, очень немодернизированные. И поверьте нам, когда мы ездим по ним, у нас на самом деле не очень хорошее настроение, потому что модернизация в нашей стране необходима как воздух. Одни мы знали, нас не ждут они. В темных душах наших боль, в темных душах наших все изрело, сумрачная моль, и нет солнца и весенней. Темный город на Неве просил от солнца новостей. Как жалко терять шанс мир поменять. Как жалко терять шанс мир поменять. Ворвутся в этот мир и разбудят темный город, разожгут свои огни, их уже остановить невозможно. В этих душах молодых и что давить, жалко терять шанс мир поменять. Как жалко терять шанс мир поменять.
терять, шанс мир поменять. Как жалко терять, шанс мир поменять. Как жалко терять, шанс мир поменять. Как жалко терять. Шанс мир поменять.
Садись, Лена. Да, садись. Мы сегодня еще несколько вещей с нового альбома исполним. День рождения! Извините, да. Я выбираю для себя веру тихо. Здесь скоро явится на небо горизонта, где по земле от нас кидается маята, где что-то из нее осталось вдруг пустота. Только ветер волоса стынет, не грустит ни сердца, все примет. Всех, что не хотя бросал, там нет. То, что я в себе спасал, тихо. Ты понимаешь, место здесь твое отжать. И если ты не соберешься со мной, только ветер волоса. Сердится все время, всех, что мне хотя бросал, а мне все, что я в себе спасал. Чтобы они не смешивались в электричестве. То есть я думаю, что здесь висеть какие-то такие забойные вещи просто смешно. Ну так, я думаю, что кое-что мы поранимся, конечно, сегодня. Следующая вещь с нового альбома называется «70-е». Шаг, не спите дыхание,
на своих двух, на своих двух идти дальше, не держать пальцы, брошено время, под ноги нам уже, и кого раньше видели дальше, стали чуть ближе, стали в моей душе. Брошенное небо, брошены звезды с ним. И я уже знаю, сколько им. Выдержать шаг, не сбить дыхание. Стало одним желанием нам идти дальше, не держать пальцы, брошено время, от ноги нам уже, и кого раньше видели дальше, стали чуть ближе, стали в моей душе. Дальше не держать пальцы, прошлое время, под ноги нам уже, и кого раньше видели дальше, стали чуть ближе, стали в моей душе. Идти дальше, не держать пальцы, прошлое время, под ноги нам уже, и кого раньше видели дальше, стали чуть ближе, стали в моей душе. Вот здесь вот в одной бумажке два вопроса. Вот то, что было, я вот смотрю. Есть вопрос по поводу творчества Виктора Цоя. Ну, что я могу сказать? Естественно, это был для меня кумир. По-другому я относиться просто не могу. Это был для меня свет. Не знаю, это был темный туннель. Я просто жил ничем. И вот Виктор Цой дал хоть что-то, а дал он свет. И к творчеству я его отношусь с большой буквы. По-другому не могу. У нас не так много было интересных личностей. И мы не можем никак относиться как-то негативно или как-то никак к этому всему. А что касается, еще вот именно Цоя, то в нем была романтика и в нем была печаль, которые, ну вот эти две вещи являются основным. Ну и была надежда на что-то лучшее в нашем мире. Вот для хорошего романтика это три вещи необходимые для его жизни. Ну, это тоже, кстати, во мне есть. Следующее. Не хотите ли вы отведать Северодвинского живого пива? Хотим. Да! Поехали! Конечно. Спасибо. Нам, во-первых, здесь вот написано нового живого, да? Или живого. А, живого, да, Шкитер называется. У Димы сразу же вопрос из этого, из практики. А где? Кто предложил? Кто предложил, уже ушел, наверное. Вот здесь уже слова благодарности, что у нас хорошо получаются акустические песни и нет ли у нас альбома акустического.
Мы, кстати, не задумывались никогда об этом, потому что акустика для нас была некоторым таким... Ну, во-первых, мы небольшие специалисты в этом. Я лично не очень здорово играю на акустике по сравнению, допустим, с Юрием Юлиановичем, да? То есть это для меня не является приоритетом. Хотя вот приходится играть вот такие выступления, и они мне больше нравятся таким вот близостью, что ли. Вот это забавно. А вот акустика сама, я ее не очень так люблю. Мне нравится, чтобы это было забойно, и чтобы это было твердо, и чтобы мне меньше... Он говорит играть, чтобы было меньше. И он сейчас, конечно, на гитаре не играет. Ну, в чем-то ты правда. Чем меньше я играю, тем лучше. Было ли какое-то литературное или музыкальное произведение, которое произвело на вас сильное впечатление? Ну, Есенин для меня является другом, хотя я с ним не дружен, естественно, я его не знаю. Но это такое, знаете, отношение, вот есть учителя, вот как-то так вот, ну, типа, учитель, так к нему относишься, а вот Сергей Есенин для меня по большей степени друг. Ну, и я очень горд тем, что мы родились с ним в один день. На самом деле, меня это радует. И я думаю, что я его понимаю, как никто. Тут добавить больше нечего. А вот по поводу еще других тем. Ну, у меня, если кто не знает, есть несколько любимых писателей. Это Михаил Веллер. Мне нравится его логическое размышление. Я думаю, что процентов на 90 он прав в своих измышлениях. И он попадает в точку. Но это касается логических размышлений. Жизнь на логике не строится. Дальше еще есть Роберт Шекли, который мне нравится короткой мыслью, но очень ясной и, по сути, очень огромной. Если сравнивать Роджера Желязный и Роберта Шекли, это то, когда один пишет огромную повесть с одной маленькой мыслью. Это Желязный. А Шекли пишет маленький рассказ с одной огромной мыслью. Вот эти вот. Вот это мне очень нравится Шекли. Стивен Кинг, не знаю, вряд ли. Ну и, естественно, Василий Макарович Шукшин, без которого я бы тоже не понял бы некоторые жизненные аспекты. Он очень четко и очень... Вот что называется, вот попадает в сердце проблемы. Вот Василий Шукшин это тоже умел делать. Вот это мои три как бы самых любимых человека. Ну, в смысле, из литературы. А по музыке моя любимая команда Depeche Mode. Ну, я Depeche Mode-ник еще из тех времен. Ну, я думаю, что это тоже естественная вещь, потому что я... Ну вот еще тут про Америку спрашивают у меня. Америка для нас является всего лишь интересным случаем в жизни, то есть не больше. Мы не собираемся то там не жить, не оставаться, не эмигрировать ни в коем случае. Наша страна Россия, и это... Всего лишь, ну, знаете, что называется, вот хочется сходить в гости не для того, чтобы там остаться, да, вот как-то, а чтобы сходить, ну, там, с кем-то познакомиться, интересно провести время. Сейчас мы еще отыграем песню, да? Ты такой о нем и думаешь, я так чувствую. Спасибо, кстати. Вот, давайте мы... На следующие вопросы будем отвечать, и можно будет с вами вместе это сделать, да? Спасибо, кстати, за гостеприимство. Спасибо.
облаках. И потому снова шаг, снова новая боль, снова будит в ушах. Болит душа, и мне не понять, где трус или волк. Я поднимусь, сделать хоть один шаг, сделать хоть один вдох. От разных слов состарится мир, выставит нас мишенями в тир. Я не молюсь, небо хранит, я поднимусь, как оно мне велит. Войди сам для себя, что-то меняй. Час столкновения может прийти, когда ты сам не поймешь, где тебя ловит ложь, где устоять, где свернуть с пути. Всегда берегись, мир подвох, ты соберись. Сделай хоть один шаг, сделай хоть один вдох. От разных слов состарится мир, выставит нас мишенями в тир. Я не молюсь, небо хранит, я поднимусь, как оно мне велит. Thank you.
Штыкли автомат, я принял
Нормально ли это? Я считаю, что то, что вы любите и занимаетесь этим всем, вот это самое нормальное. А там уже все средства хороши. Я, допустим, как музыкант, это все не приветствую, потому что это отвлекает. Вот. Но, потому что я музыкант, я начинаю думать о том, как построена музыка, как сделан текст. То есть я начинаю как бы, ну это вот такое вот. А здесь, если вы не музыканты, если вы никакого отношения к музыке не имеете, тут как-то, если бы было хорошо, я думаю, как... Не обращайте внимания, вы лучше, чем секс! Секс там какой-то, а? Я еще подумаю тогда, хороший вопрос. Алексей Юрьевич, пиво вы любите? Это как бы восклицательный знак, скорее всего. Ну, типа. То есть, да, утверждение. А как относитесь к бане? Кто к бане плохо относится, мне кажется, все хорошо относятся к бане. Это очень полезная вещь. Можно и мыться, и париться. Да? Чистые лица, надо париться. Главное, друзья, без бани не париться. Вот это вот не женский почерк. Дрались ли вы в детстве с Михаилом? Если да, то из-за чего? Да, дрался, как... Но это естественные вещи. Вы же знаете, ну, если у вас есть старший брат, и вы при этом младший, вы же понимаете, что вас как-то при чем-то будут ущемлять. Ну, конечно, не постоянно. Но там, где... Там, где, допустим, Миша... съедал быстрее торт, а у меня оставался он еще стоять. Но здесь начинались вопросы, а нужен ли тебе вообще торт? Вот, и ну как тут не драться? Нужен, да, ну а как? И начинались какие-то такие потасовки. После этого он не 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 это никакого отношения не имеет. А кто тебя еще побеждал? Миша. Так не скажешь. У меня сегодня день рождения, 27 лет. Можете песню, да, мы сегодня исполним песню «День рождения», если хотите, вот для Александра, пожалуйста. То есть, ну, мы
не кабацкая команда, чтобы так для кого-то, но вот в виде исключения должна будет спеть. Она у нас, ну у нас же ведь есть определенный список песен, она у нас будет последней. Вот если вы... Вот хороший вопрос, как вам Северодвинск? Ну, вы знаете, честно говоря, вот пока до человека не достучишься, город ничего не скажет. Ни его стены, ну вот кроме как из таких вот мощных городов, как Петербург, Париж, они могут за себя сказать своим архитектурным стилем. А вот Северодвинск из тех городов, которые показывают свое лицо с помощью вот близости, вот, допустим, с вами. То есть вы клевые, да. Вот это, ну, понимаете, что я имею в виду, что наша, что архитектура у вас, она сделана для того, чтобы просто жить. Ну, специальный город сделан для... Вы же ведь подводные лодки же делаете, да? Давайте еще такой вопросик до песен, да, вот, а можно с группой, а фото с группой можно будет сделать после концерта? Да, можно, давайте, друзья. Ты знаешь, листья летят, я их стараюсь понять и обнять. Ты знаешь, все в этот день сливается в одну тень. Серебряный сентябрь. И дотянись, счастье хнусь, прикоснись простых слов, прошу. И обернись от достылых хнусь, проснись. Не зря я в сердце солнце прошу. И дотянись осенних туч, прикоснись простых слов прошу. И дотянись. Ветер поет, меня с собою зовет. Уйти налегке, как странно, когда лишь тебя ждет. И в чьей-то руке серебряный сентябрь. Дотянись осенних луч, прикоснись простых слов прошу. И оберегись от дождевых луч, проснись. Не зря я в сердце солнце прошу. И дотянись
осенних туч прикоснись. Простых слов прошу, и дотянись, и дотянись. Yeah.
власти, смерть тебе не питает страсти. Жизнь тебя проиграла стужа, и смерти ты не нужен. Пусти меня от себя.
Юмором и подходим с юмором к любой теме, когда, ну, к примеру, люди знакомятся по объявлениям. Для меня это вообще идиотизм. Ну, вроде бы человек по объявлению такой, ну, скажем, подходящий, а на самом деле вышло какое-то чучело, да. И мне в этом отношении больше всего жалко парня, это почему-то, не знаю. Ну, я думаю, что это адекватное решение со стороны мужчины, когда тебя обманывают. Летом по газетам я налистал «Чудо-секрет» с большим приветом. То есть кто-то иначе не может никак быть. Что? Последний вопрос. Ответ пишу.
А получилось так, что я спел очень похоже на Мишкин вокал. Вот именно в этой песне был очень похоже, и мы решили, типа, ну вот, не ответ Кишу, а привет Кишу. Это не ответ, а привет. Вот, типа, вы смотрите, как бы, чуть-чуть на вас похоже, и даже не чуть-чуть. Вот именно это мы и сделали, да. Не по объявлению. Нет, мы не по объявлению знакомились. Здесь спрашивают про акустический концерт. У нас это редкое явление, я уже объяснял, да, и вот завтра у нас еще в Архангельске. Так мы каждый год ездим, вот обычно с Димой. Ну, это у нас не туровая тема, это просто разовые концерты. Ребятам понравилась наша акустика, они решили нас сюда пригласить. Вот, спасибо им. Вы сами довольны? Дайте еще. Ну да, мне нравится вот, общение, вот это вот интересно. Да, наверное? А? Да я не хочу, что... Я вам говорю, ты-то лучше все. В Архангельске. В Архангельске. В том году вы были в Амфитрите. В прошлом году! Вы знаете, и это абсолютно разные программы, электрические и акустические, и сравнивать их не стоит. То, что вы сравниваете себя с Архангельским, это ваше личное дело, я бы так не делал бы. Ну и вообще это не очень корректно, мало ли кто здесь из Архангельска. Да, вы их набьем! Да нет, этого делать не надо. Они же не набили, они же нас набили. Вас набили Архангельские. Давайте приедем. Ну вот здесь вот вопросы уже повторяются, я ну, как-то даже не знаю, ну вот Лена спрашивает про автограф. Да, мы сегодня после концерта и сфотографируемся, и все это, и про Америку я тоже уже более-менее рассказал. Вот. А вы надолго уезжаете? Да это, ну мы же не туристы, то есть если, ну вот мы сейчас ждем открытия рабочей визы для нас, ждем, сидим пока вот в недоумении. Должны вроде открыть, как это будет длиться. А сказали, что, как бы, что вообще у вас новых песен сейчас вообще не будет играться. А, да не-не-не, почему? У нас специально человек обученный, вот смотрите, новые песни, все знают. Слушай, а что-то мы про черную невесту, кстати, забыли, да это так? Это мы возьмем на заметку. Что, страшно? Северодвинская черная невеста. Мы думали, это мужик. Так, значит, Барилов, погодник. Вот здесь еще про Виктора Цоя спрашивают, сможем ли мы спеть. Вы поймите, у нас... я вот последний раз отвечу, да, что просто мне не хочется смотреть, чтобы вы видели, что я убираю без ответа. У нас две программы, акустические и электрические. И в акустике Цоя играть, ну, мне свои песни сложно. А если я еще не так сыграю Цоя, вы просто скажете, ну, что это такое безобразие. Примерно говоря. Мягко сказано, да. Вот, кстати, хороший вопрос. Что вам самим нравится из вашего репертуара? Ответа нет. Вообще, из вашего репертуара вам самим что-нибудь нравится? Я, конечно, понимаю, что здесь спрашивается, как, может быть, какая ваша любимая песня из вашего репертуара, или что вам ближе, вот так может быть. Да. Ну, мне, кстати, вот нравятся те вещи, которые я долго не играю. Вот, допустим, «Нежность», вот «Иллюзии». Вот я вот так их слушаю. Но очень сложно их опять восстанавливать. Это нужно опять перелопачивать все. Придется. Ну вот у нас в будущем пройдут два концерта в Питере и в Москве под эгидой. Выбери свою песню. То есть мы хотим сделать голосование ВКонтакте, чтобы люди выбрали те вещи, которые на самом деле им ближе. Вот
по этому вопросу, я думаю, что так будет намного честнее. А то, что мне нравится, я не могу, это может быть необъективно, кстати. А песню, мало ли что. А песню не писал, собираешься? Нет, тебе нет. Про фестиваль воздух спрашивают. А у вас много на фестиваль воздуха вообще ездит? Вы знаете, нет? Я есть. Ну, про воздух я мало чего знаю. Я думаю, что все-таки это какие-то коммерческие вещи. Это вещи недоговорок между людьми, потому что, ну, во-первых, это для молодежи радость. И мне кажется, администрация должна была пойти на помощь людям, которые организовывают воздух. А вот таки не пошла. Это плохо, кстати. Ну, вы, опять же, понимаете, что государство должно стимулировать молодежную политику для того, чтобы они были вместе. Если этого не происходит, а происходит борьба в бизнесе, значит, это и ведет к упадничеству. Хватит говорить! Столько много для тебя новых слов сказал, что даже тяжело их воспринимать, да? Это не важно. На Новый год приезжайте! Oh,
Не верю в меня, мою я.
Мрачные, порванные крылья птиц машут и борются в душе моей. Им бы догадаться с ней. Песня с новым альбомом «Ангел с грязным лицом». Все хорошо? Все верно? Перед такой песней можно попить, да? Вы думаете, успеет было начало песни, нет? Да ладно, ладно, что? Пальцы пляшут твои в полукруг. Я не знал, что любовь зараза. Я не знал, что любовь чума. Подошла и прищуренным глазом хулигая слила с ума. Я искал в этой женщине счастья, а не чаяла гибель на что. Наша жизнь простыня и кровать. Наша
поцелуй дорогому. Размахе этих рук роковая беда. Только знай, пошли на финал. Не умру я, мой друг, никогда. У меня есть ученик просто, может, он за меня сыграет. Вот здесь, ну, во-первых, он не умеет на барабанах ни по трезвяку, ни по пьяни играть. Это вообще не про то. Да никто пока не умеет. Так это не нужно. Если ты что-то умеешь, почему нужно уметь на барабанах играть? Это что ж за болезненный такой вопрос-то? А почему нет? Почему бы нет? Вот, давайте, вот интересная штука, но это не для бравады, да, вот как вы сейчас это любите делать, ну, в данный момент. Это, ну так, мы просто задумаемся. Россия русским, в чем ваша идея, есть ли национализм в вашей музыке? Вот, так вот, ну, хороший, кстати, вопрос. Как вы думаете, «Зенит» для русских? То есть, вот, давайте будем оттуда вынимать «Дани», да, вот так, выним оттуда, нет? Нужно это делать или нет? Так, ну вот смотрите, и так всю жизнь будет расхождение между теми, кто живет за забором, и те, у кого этого забора нет. Ну вообще как, за забором нужен жить или забора нет? А мы все за забором работаем, а не живем. Ну, значит, Россия русским, это как, значит, можно, мне можно ходить в обуви, я русский, а не русскому ходить без обуви. Так будет виднее, да, что мы русские. То есть суть в чем, если мы сами хотим находиться в свободном государстве, то эта свобода должна идти от нас, это прежде всего. И я думаю, что любое место может посетить любой другой человек. А вот это уже другой вопрос. Здесь же ведь поясняется же ведь так, Россия русским. Есть, вот если здесь было бы написано, если любая национальность ведет себя плохо, место ли ей здесь? Вот так вот. Это было бы конкретно. Можно было ответить, что нет, пускай научится в своей стране жить и потом приезжает в гости. Это логично. А вот так огульно, знаешь, говорит Россия русским. Это, знаешь, это, ну, это тоже смешно. Мне, допустим, хочется, вот, мне интересна Америка. Америка для американцев, и вообще, кто такие американцы, да? То есть, это очень сложно, это так не делается. Если ты человек, нормальный, если ты уважаешь ту страну, в которой ты находишься, мне кажется, нет никаких сложностей в твоей национальности. Если так говорить, то под никого. Далее. А, конечно. Ну просто им сегодня не выдали микрофон. Да, нам не хватило микрофона. Знаете, кстати, прикол такой. Знаете, кого ненавидят москвичи? Кого? Коренных москвичей. Они там есть? А кого ненавидят европейцы? Нормально сказал, молодец.
Вот здесь еще такой вопрос. Вам не надоедает, что вас сравнивают с вашим братом? Ой, ну, хорошо, что он мой брат. Было бы хуже, если бы он был бы не моим братом, а я бы под него так подкашивал. Вот это было бы совсем бы жутко. А так, вы понимаете, даже если бы мне это и надоедало, то было бы сложно изменить, ну, вокальные данные, ну, и мышление. Все-таки мы жили в одной семье. Одним способом воспитывались, одним способом думали. И до сих пор остаемся в одном и том же направлении. Мы думаем практически похоже. И если это брат, это очень здорово. Сосед, это было бы... Ну, естественно, мы же ведь родные братья. А вы часто общаетесь вообще? Вот сейчас часто стали общаться. Дело в том, что мы занимаемся с Мишкой мюзиклом. «Сын не тот», если вам такой персонаж... Да, Джонни Депп играет там, да. И вот мы делаем с ним вместе музыку. И как-то так, ну, приходится нам чаще встречаться. Ну, это здорово, когда братья встречаются чаще. Мы лет пять назад практически виделись только, может быть, на днях рождения у родителей. Это... я играю судью. А нет, он не подсудимого, нет. А он играет вот этого парикмахера. Ну что, Александр, с днем рождения. Thank you.
слов не находил. Я ни грусти не хотел, и печаль от себя гнал. Только что я постарел, я еще не понимал. Если у вас еще остались вопросы, вы можете задавать в Архангельске, мы обязательно с вами увидимся. Давайте еще вот, если... Еще! Обещала, не любила собой весна.